Матвеевич, первый контрольный матч в этом году Факел провел. Как вы прокомментируете его, какие первые впечатления? Ну, первое впечатление то, что мы, правильно вы сказали, первый контрольный матч, всего третий день мы вышли на естественный грунт, если до этого мы сбор в Сочи проводили, тренировались на искусственном поле, на беговых дорожках, то здесь специфика немножко другая все. И то, что провели ребята его на хорошем уровне, я скажу, что были огрехи, много огрех и технического плана, и в организации игры. Но это вполне естественно, 3,5 месяца отсутствия игровой практики. Первая игра, она, естественно, в газоне, все, поэтому не совсем понятно, что и она не должна быть целостная игра, наверное, на данном этапе. Все. То, что ребята выдержали темп и старались играть в футбол, это радует. Но есть над чем работать, и работать много еще. А по телевизору в первом тайме Турик и Накорбу поменяли. Это вынужденная замена была? Да, это была вынужденная замена, связанная с тем, что Леша почувствовал мышечную боль в задней поверхности бедра, и поэтому, посоветовавшись с доктором, решили не рисковать.